Репост – пересылка равно распространение. Вовлеченность современного населения во всемирную паутину сегодня можно назвать всеобщей. В социальных сетях развлечения по интересам найдет каждый. Экстремисты и террористы тоже по достоинству оценили безграничные возможности интернета. Вербовку в террористические группировки и присяги международным террористическим организациям они проводят теперь онлайн. Многие новички в вере попадаются в сети интернет-вербовщиков, пытаясь найти ответы на вопросы религии. Вступают в группы типа «Основы ислама» и начинают слепо доверять всему, что там говорят. Верят сами и, желая открыть глаза друзьям и знакомым, начинают отправлять видео или аудио проповеди уже им. Репост подобных материалов, которые в большинстве своем имеют экстремистское содержание, приравнивается к подлинному призыву. Подобная рассылка может быть признана пропагандой экстремизма и терроризма. За такое распространение в Казахстане можно получить реальный и внушительный тюремный срок.